Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня я покажу вам, как связать вот такие вот сапожки. Сапожки получились у меня очень такие миленькие, высокие. Здесь у нас вверху резиночка. Впереди такой шнурочек. Он большой роли не играет, но просто как для украшения, для красоты. Это по желанию. Если кому понравилось, можете сделать его. Нет, значит нет. Здесь у нас такие тепленькие они будут. Кому понравилась такая моделька, такие сапожки, такая моделька, то готовьте пряжу. Я сейчас расскажу, какую пряжу я использовала для вязания таких сапожек. И будем сейчас вязать. Я использовала пряжу вот такую. Эта пряжа у меня 100% полиакрил, 50 грамм, 150 метров. Затем я использовала вот такую пряжу. Ну, толщина такая же примерно, только здесь большой моток. Еще у меня есть моточек небольшой, вот такой пушистой пряжи. Она подходит к этой пряже, поэтому я ее использовала. Подошву будем вязать по схеме. Вот схема. Остановите кадр. И вяжите подошву по этой схеме. То есть набираем мы 30 петель. Первый ряд, третий, пятый, седьмой, девятый и одиннадцатый. То есть все нечетные ряды с 1 по 11 мы вяжем лицевыми петлями. Накиды провязываем перевернутой петлей, чтобы не было на подошве дырочек. Крестик — это лицевая. Такая вот дуга — это накид. Кр — это кромочная. Все ясно и понятно. Итак, вяжем подошву. Подошва у меня готова. На спице у меня 50 петель. И теперь мы вяжем 4 ряда беленькой ниточкой, чулочной вязкой. То есть по лицевой стороне мы вяжем лицевыми петлями, а по изнаночной вяжем изнаночными петлями. 4 ряда. Провязали мы 4 ряда. Я еще забыла сказать, что спицы у меня троечка. Я потом под видео еще напишу. Провязали мы 4 ряда чулочной вязкой. Теперь мы 4 ряда провяжем лицевыми петлями. То есть по лицу и по изнанке будем вязать лицевыми, чтобы у нас две такие дорожки получились. Так, вот и привязали. Вот так у вас должно получиться. Теперь мы берем основной цвет. И будем вывязывать сейчас мысик. На спице 50 петель. И нам нужно средние 8 петель оставить. Значит, 21 петлю мы вяжем. Поднимаем нашу основную ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Теперь вяжем средние 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И посчитаем, что здесь у нас тоже было 21 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 1. Теперь, если кто хочет шнурочек продеть, значит, по лицевой стороне будем вязать 2 вместе лицевыми. Чтобы у нас по лицевой стороне была вот такая вот косичка, за которой можно будет потом сюда вот продеть шнурочек. Если кто не хочет, значит, можете провязать изнаночной, кому как нравится. Теперь разворачиваем и вяжем еще 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И чтобы была косичка с другой стороны, нам нужно по изнаночной стороне провязывать 2 вместе изнаночной. Разворачиваем. И вот у нас получается косичка с той и с той стороны. И провязываем опять 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2 вместе лицевой. Разворачиваем. И вяжем только 8 петель. До тех пор, пока у нас на спице вместе с кромочными останется 32 петли. По изнаночной стороне мы вяжем 2 вместе изнаночной, а по лицевой 2 вместе лицевой. И продолжаем вязать, пока на спице вместе с кромочными будет 32 петли. Итак, я последний раз здесь убавила. На спице у меня 32 петли. И я провязываю весь мысик 8 петель. С этой стороны я уже не убавляю, потому что мы начинали убавлять отсюда, поэтому на спице у нас сейчас 32 петли. Довязываем до конца и возвращаемся обратно. Провязываем все лицевые петли. Довязали мы до конца. Эта ниточка больше мне не нужна будет. Я оставлю кончик, чтобы сшить. Теперь я поднимаю. Нет, не поднимаю. Мне нужно взять эту пряжу. Можно пушистенькую такую взять, травку. И теперь будем вязать. Вот. Я не знаю, сколько тут сантиметров. Я вязала просто на глаз. Тут у меня 3,5-4 сантиметра у меня провязано здесь. Вяжите сами на свое усмотрение. Можете просто провязать пушистое и остановиться на этом. Но я почему-то еще решила провязать здесь немножко беленькой резиночкой, чтобы ножку стянула. Я вязала просто лицевыми петлями. 4-5 сантиметров лицевыми петлями. Все 32 петли мы вяжем по лицевой и по изнаночной стороне лицевыми петлями просто. Вяжем каждый самостоятельно. Итак, у меня провязана пушистенькой ниточкой столько, сколько мне нужно было провязать. Я ниточку оторвала. И теперь мне нужно провязать еще вот эту резиночку. Резиночка у меня 8 сантиметров, но 1 сантиметр я провязала лицевыми 4 ряда. А так у меня, ну вы вяжите на свое усмотрение, сколько вам нужно высоту, столько вы и вяжите. Можете провязать 1 на 1 резиночкой, можете 2 на 2, как я провязала. Но я буду вязать 2 на 2. Вот такую вот высоту, сколько у меня здесь. Прям поднимаете ниточку. Если кто ее оборвал уже, значит, подсоединяете заново ее. И продолжаем вязать прямо отсюда. Две лицевые. Первую снимаю. Две лицевые, две изнаночные. Продолжаем. 2 лицевые,
и изнаночные. Две лицевые и кромочная. Далее две изнаночные, две лицевые. И так вяжем до желаемой высоты. Все, наш пинеточек готов. Теперь по лицевой стороне сшиваем здесь вот. Потом выворачиваем наизнанку, прячем все кончики и сшиваем потом здесь наш пинеточек. Как сшивать? Наверное, вы знаете. Если кто не знает, у меня есть видео, как сшить пинеточки. Затем я 52 сантиметра связала вот такой вот шнурочек крючком, столбиками, этими воздушными петлями. И потом продеть сюда вот на мысик наш шнурочек. А пока будем сшивать пинеточек. Вот, наш сапожок готов. Ну и теперь я вот сюда вот протяну во вторую косичку. Аккуратненько возьму. Сильно не растягивать. Так, и сюда во вторую косичку. И вот так мы их просто сделаем шнуровочку. Так, напополам разделим. Ну и потом здесь я вот в третью косичку взяла. Здесь тоже в третью косичку. Потом еще сюда и завязать. Вот и все, наши сапожки готовы. Кому понравились, вяжите с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, девочки. До свидания, до новых встреч.